Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждые 7 дней мы вспоминаем великое событие, изменившее судьбу всего мира – воскресение Сына Божия, Господа Иисуса Христа. И это событие много, бесчисленно много изменило в жизни мира. Но в этот день я хотела бы сказать только об одном еще. То, что к тому почитанию Бога, которое было и в Ветхом Завете, почитанию представлений о светлых силах, об ангелах Божиих, которые окружают Бога и ведут людей в правильное направление по жизненному пути. Кроме этого, к этому сиянию света, святости, присоединилось еще и почитание святых, тех людей, которые дивным образом следовали за Христом, которые даже жизнью своей жертвовали часто, нередко, чтобы остаться верными Богу, исповедуя веру в Бога и Господа Иисуса Христа, в Его воскресение, как главное событие жизни, как главный центр их жизни, почитая невозможным поклоняться кому-то еще, каким-то другим богам, там, будь император, будь то какие-то всякие восточные культы и прочее, прочее. И вот среди этих замечательных святых мы и почитаем сегодня святителя Николая, удивительную помощь которого многие-многие люди чувствовали по всему миру, и особенно, конечно, у нас в России. И поэтому наши молитвы мы возносим не только к Богу Отцу, не только к Иисусу Христу, к Матери Его, Деве Марии, но возносим и ко святым. И тем самым наша духовная жизнь необычайно обогатилась. Бог не только воплотился, стал близок к нам, но к нашим, вот, к помощи нам прибавилось и несметное количество святых людей. И поэтому мы поминаем их и молитвы возносим, как мы сегодня читали акафист и молились святителю Николаю, чтобы он помогал нам в наших событиях, в всех наших жизненных ситуациях, спасал и помогал. И там даже есть удивительные слова, что знаем себя, как после Бога и Божьей Матери великого заступника, то есть как бы на следующем месте после Девы Марии. Ну, с этим можно соглашаться или нет, это не так важно. Но хотелось бы сегодня сказать о том, что эти новые христианские молитвы не отменили старых молитв ветхозаветных, сложных еще во времена царя пророка Давида, сложных другими выдающимися людьми, пророком Ветхого Завета. Кого-то имена знаем, кого-то нет. Это не так важно. Но важно, что вот это наследие Ветхозаветной Церкви, оно целиком передалось нам. И мы очень много читаем молитв, которые из псалтири, так называется это собрание, по названию музыкального инструмента, под аккомпанемент которого нередко эти молитвы, это были стихи, исполнялись. И вот мы с вами тоже читаем самые, так сказать, наиболее частые, те 6 псалмов, которые читаются в начале утренне, которые мы называем шестопсалмия. И важно то, что здесь мы читаем те молитвы, которые начинают день. Шестопсалмия – это передутренний, хотя нередко это мы совершаем и чаще всего именно вечером, но так или иначе это относится к нашему сердцу, к нашему состоянию, когда вот мы переживаем ночной сон, когда нам что-то неприятное снится, когда какие-то мысли нас осаждают, какие-то неприятности, какие-то реальные или кажущиеся нам беды. И вот эти молитвы, 6 псалмов, они как раз очень хорошо отражают вот это состояние человека, переходящего в следующий день. Неделю назад мы говорили о том, что псалмы – это, собственно, образец молитвы. И особенность их в том,
что они содержат в себе не только желание что-то сказать Богу, но и самому измениться при чтении этой молитвы, при чтении псалма. Вот почему так важно молиться, потому что когда мы молимся, мы как бы соединяемся хотя бы в какой-то малой степени с высшей силой, с Богом, и это меняет и нас самих. И это хорошо видно вот в псалмах. И это всегда видно и в нашей молитве. Когда мы читаем молитвы, мы немного изменяемся и сами. Мы читаем не столько для того, чтобы получить что-то желаемое, просимое и так далее. Господь даст свое время, когда Он это увидит. Но прежде всего результат молитвы – это наше собственное изменение, потому что мы соприкасаемся с Высшим. Вот это очень важно понять. В прошлый раз мы говорили о первой молитве шестопсалме, которая это третий псалом вот, во всем списке псалмов. Это псалом Давида, который бежал от сына своего Авессалома. Представляете, какая трагедия, когда отцу, царю приходится бежать от собственного сына, который хочет не только власть захватить, но и, быть может, и убить самого царя, то есть Давида. И вот это отчаяние и страх. И понятно, что это соотносится с нашей жизнью, с жизнью каждого из нас, когда тоже нами овладевают какие-то страхи, отчаяния. Страхи – это реальные опасности, или какие-то мысли, или какие-то воспоминания. Но так или иначе начинаются вот эти шесть молитв именно с этого псалма, где говорится вот об этом страхе. И вместе с тем в псалме слышится и голос веры, не только крик о помощи, но и покаяние. И вот в псалме всегда содержатся и буквальные какие-то проблемы, и содержатся какие-то указания на духовное состояние, как сказать, символические. И вот это мы всегда тоже должны иметь в виду, что не только речь идет о реальных людях, врагах, но и о духовных силах злобных, которые стоят за этими людьми и готовы обрушиться как-то на нас. И поэтому и важен финальный стих этого первого псалма в шестопсалме, где подъем надежда. «От Господа спасения, над народом Твоим благословение Твое». То есть уже не только боязнь чего-то, но рождается уже внутренний покой. И вот сегодня мне хотелось сказать несколько слов о следующем псалме, шестопсалме, 37-й. Начинается он важными словами, казалось бы, незначительно, когда мы так читаем, но если мы подумаем о содержании псалма, то очень важно. Начинается словом «воспоминание». То есть после первого псалма, где человек молится о каких-то своих страхах, о том, как он их избегает, и все, и он вдруг начинает вспоминать какие-то свои плохие дела, и поэтому весь этот псалом, он проникнут покаянием. Покаянием Давида, который, конечно, вспомнил о своем этом преступлении с Версавией, как он послал на смерть ее мужа и прочее, и переживал это всю жизнь. Это то, что изложено и в 50-м псалме. А второй он чувствует себя на грани смерти, как нередко человек в болезни или в каком-то страхе думает о том, что будет с ним после смерти. Надо сказать, что церковный взгляд на посмертную судьбу человека таков, что его судьбу посмертную оспаривают друг у друга как бы силы тьмы и силы света, бесы и ангелы, бесы. Хватают человека, как за веревку, за его какие-то грехи, самые разные. А ангелы, наоборот, напоминают как бы перед Богом, что не только грехи, но и что-то было хорошее и важное в жизни этого человека. И единственное добро, которое можно в этом состоянии души, каждый из нас может сделать, это отдать себя в руки Бога. Все шесть псалмов в шестопсалме, они в сущности покаянные. Но вот этот 37-й по счету общему, а шестопсалме 2-й, вот, он самый покаянный. И приходит через три других псалма, приходит ко 102-му псалму, где уже как бы душа встречается с Богом и восклицает «Благослови, душа моя Господа!» Это высшая точка, а между этими двумя псалмами целый диапазон покаяния. Этот псалом должен быть нам очень близок,
мы все в нашей жизни и тяжко болели, и страдали от наших грехов, и нам всем предстоит пережить последние минуты земной жизни, где все это будет примерно так, как здесь написано. И вот если по стихам немного упомянуть, то мы читаем так. Псалом Давида «Воспоминания». «Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не в гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне». Конечно, это стрелы мы можем воспринять лишь как стрелы душевные. В этом 37-м псалме нет вот этого восходящего, как в других псалмах, финала. Он кончается словами «Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой». Это всего лишь просьба. Поспешит или не поспешит, псалмопевец еще не знает. И так в этом псалме самое главное, человек знает, что он согрешил, но еще не знает, прощен ли он. Следующий стих. «Нет целого места в плоти моей от лица гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих». Почему речь идет о костях? Кости в поэзии псалмов – это синоним сердца. То есть речь идет о каком-то душевном центре человека. И вот нет мира в душе, потому что человек вспоминает свои грехи. И далее пятый стих. «Ибо беззаконь мои превысили главу мою, как тяжкое бремя отяготили на мне, смердят, гноятся раны мои от безумия моего». Телесные раны можно понять, но какие же раны и почему от безумия? И, конечно, мы понимаем, что очень часто всякие болезни возникают именно от того, что человек переживает за что-то, какие-то неприятности постоянные в жизни человека, неудачные там судьба детей, какие-то родственники на него, так сказать, обрушиваются несправедливо. И от этих переживаний не только душа человека страдает, но и страдает и тело. Известно из врачебной практики, что многие болезни возникают именно из-за постоянного вот этого душевного напряжения, душевного расстройства. «Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего». Ясно, что эти терзания не телесные, а терзания сердца, душевные терзания от осознания своих грехов и непонимания, как их исправить. «Господи, пред Тобой все желание мое и воздыхание мое не сокрыто от Тебя». Увидь, Господи, не только мой грех, но и мое воздыхание, вот это сокрушение о моем грехе, оно не сокрыто от Тебя. «Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя, свет очей моих, и того нет у меня». Автор Давид говорит, что «я потерял это ощущение того, что хорошо, что плохо, свет очей моих, и того нет у меня, не различаю, где свет и где тьма». Это вот самое такое тяжелое состояние человека, когда он не различает добро и зло среди вещей, которые его окружают. «Друзья мои искренне отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали». Это картина человека, который как бы уже лежит во гробе, его окружили его родные, близкие, и, так сказать, недоумевают, что ничем не могут ему помочь. «Ищи же души моей, ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни». Ясно, что речь идет не о людях уже, а о зверовидных бесов. И сейчас начнут к нему приступать, и за его грех, как за веревку, будут тащить к себе в ад. Это тоже нередко такое состояние человека, когда он вспоминает о своих грехах, вот утром какие-то они свербят вот в его сердце и не дают ему заснуть. «А я, как глухой, не слышу, как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа». Давид тоже, пусть он и виноват, он все равно в ответ этим обвиняющим его не сам дает, а все представляет Богу. «И ангелы, которые Господь посылает этой душе, не молчат. Они напоминают о другом, о том, не одни грехи были в жизни этого человека, но было и доброе». И далее вспоминает Господь, вспоминает Давид. «Ибо на Тебя, Господи, уповаю я, Ты услышишь, Господи, Боже мой». Это о том, что только Бог, только ангелы могут его спасти. Только на них надежда, а не на себя самого. «И я сказал, да не восторжествуют надо мной враги мои, когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, скорбь
моя всегда предо мною, беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем». Это уже буквально цитата из 50-го псалма, самого покаянного, самого замечательного в этом отношении псалма. «А враги мои живут и укрепляются, умножаются ненавидящие меня безвинно, воздающие мне злом за добро, враждуют против меня за то, что я следую добру». Это противопоставление людей, которые воздают злом за добро, и наоборот, людей, которые воздают добром за зло. И мы, конечно, можем и себе поставить такой вопрос. Мы во взаимоотношениях с людьми, с которыми, в общем, враждуем, как себя ведем? Всегда ли мы воздаем добром за добро, не получается ли, что за добро воздаем злом? Ну и, наконец, последнее в этом псалме мы читаем. «Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня». Это призыв, который очень напоминает слова Христа на кресте. «Господи, Господи, зачем ты меня оставил?» Он просто по-другому сформулирован. И здесь как бы пророческое сопоставление с Христом, которого будут именовать Сын Давидов. «Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой». Давид, как видите, чувствует себя кругом виноватым, а все-таки вот это ощущение, что Господь не оставит. Что самое главное, даже в самом нашем отчаянном положении, не забывать про Господа, обращаться к Нему, и Господь будет поддерживать и благословлять нас. Аминь. «Милуйся, чудро Твоего человека, любим, Единородного Сына Твоего, с Ним же благословен еси, со пресвятым и благим, и жетворящим Твоим Духом, ныне присно во веки веков».